наши дикоплодовые леса – это не только национальное наше богатство, это богатство, можно сказать, планеты. Именно как лес в таком большом ареале на земном шаре встречается только в Казахстане. Когда в Оксфордском университете проводили в центре генетического центра анализ и выявили, что 30 тысяч культурных сортов яблок мира в Европе, в Америке, в Африке произошли от казахстанской дички яблока Сиверса. Когда вот я была в Америке, на конгресс ездила, и у них есть центральный музей. И в этом музее стоит карта Казахстана, наши горы, и как оттуда в трех направлениях пошло именно распространение наших вот этих ресурсов. И они признают и гордятся, что хорошо у них от нас, они вывезли от нас 310 популяций одной дички яблоневого сиверса и создали культурные сорта. Создали плантацию у себя, центр по распространению этих яблок по всему миру.